Так, ну что, ребята, продолжаем гоночку. От зомбаков мы вот этих убегаем. Так, давай. Вот, у меня стоит ускоритель, кстати. Опля. Все, в домик. В домике 200 метров. А главное, чтобы мне ускорителя хватило на этот самый... до конца доехать. А, потому что нужно будет скоро мне... Ай, быстрей. Есть. Бензинчик. Все, бензинчик взяли, зомбари убежали. Убежали от зомбарей. Так, все, едем дальше. Давай. Ё-моё, как сложно. Так, зомбарики за мной гонятся. Так, быстрее, машинка, алло. Так, бензин закончился, да ё-моё. Давай. Все. Не доехали. А, все, они меня сейчас вытащат. Вытащат из машинки. Смотри, как они тащат машинку вниз. Куда вы понесли машинку, алло? Да. А, давайте зайдем в гараж. А, комплект другой поставим, потому что у меня бензин заканчивается не вовремя. Так, все, поехали, минутка осталась у нас. Ой, как слабо. Давай. Если я не заеду, то надо будет менять машинку. Все, споймали меня, прикинь. Да, 500 метров, хорошо. Меняем. Берем, знаешь, какую? Багги. На багги, возможно, я доеду. Может, нет. Да елки-палки, давай, багги, быстрее, поднимайся, алло. Вон, зомбари уже рядом, ай-яй-яй-яй. Прям совсем рядышком зомбарить. Все, словили меня. 502 метра, вот смотри. Вот, 502 метра и все, ни больше, ни меньше. Да. Ванька, ё-моё, да что такое-то? Так, эти чуваки тоже медленно идут. Ах ты, смотри, да ловят меня все тут. Вообще 466 метров. Давай зайдем в гараж, давай прокачаем багги. Блин, последние деньги я дал на прокачку. Не знаю, добавит что-нибудь мне, какую-нибудь плюшку. Нет. Давай. О, хоть я куда-то заехал. Да, все равно они меня ловят. А, хорошо. Давай посмотрим, сколько у меня будет очков. 103. 3 очка дались. Всего лишь 3 очка. Вы что, серьезно что ли? Издеваются надо мной. Так, а если такой мы поставим? Знаешь что? Мы сейчас этот самый... Уберем вот этот турбонаддув, он мне не нужен. Поставим сюда вот этот вот. Ну, как-то так. Ну что, ребята, давайте попробуем на большом грузовике этот побить рекорд свой. Так, в прошлый раз всего лишь 400 метров мы проезжали. Так, на с эскимосом, я надеюсь, проедем немножко дольше. Сейчас мы это проверим. 300 метров. Нет, по-любому должны дальше проехать. Что ж я этот супердизель не прокачивал, что ли, так долго? А ну-ка, перепрыгнем эту канитель. А, нет, не перепрыгнули. Ладно. Сейчас попробуем. Во, получается. Так, 200 метров остается до рекорда. Что ж, где же я там не мог проехать? Ну, вроде бы едем нормально, 100 метров осталось. Да. Так, бензина у меня сейчас пока достаточно. А, здесь я не мог проехать, да ну? Такое детское место. Вот, новый рекорд у нас. Побили. Теперь будем зарабатывать звезды. Так, а здесь надо нам повнимательнее, аккуратнее проехать. Все, окей, отлично. Так, мне нужно 3000 звезд. Ну, 3 километра я навряд ли на этой машинке здесь проеду. Эх, так, еще у меня и двойные монеты есть. Офигеть, ребята. Так, давай, супердизель, ты должен. Давай. Ой, молодец. О, тут еще будут у нас денежки. Во. 130 бонусных монеток. Вот, замечательно. Еще, давай. Сейчас мы монетки насобираем. Побольше.
Так, а здесь я не уверен, что я здесь проеду, конечно. Ой-о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 й
принципе. А вот доехать до заветной вот этой горы, вот, ну, зачем вот в самом начале такие сложности делать, да? Я не понимаю. Прям усложнено так все. Давай, нет, не получится. К сожалению, мы разбились. Давайте прокачаем мотор. Больше прокачать мы не в состоянии. Так, вид, машинка. А, у нас еще зеленый. А, нет, у нас это колеса какие-то новые другие. Ну, давай возьмем вот эти колесики. Поехали. Может быть, с этими колесами мы проедем больше, дольше. И тем более я прокачал, кажется, двигатель. Не помню. Да, движок я прокачал. Кажется, двигатель прокачан был. Ладно. Давай, попробуем. С новыми колесами, может быть. У нас получится подальше проехать. Сейчас посмотрим. Супер дизель. Да, у меня еще Monster Truck, кстати, тачка есть. Ох, она тоже у меня требует прокачки. Ох, нифига, в смысле? А чё ты так? Чё ты так, у тебя колеса какие-то скользкие, я так понимаю, что скользкие колеса. Давай. О, молодец. Колеса, мне кажется, какие-то от кареты. О! Так. Проехали. Да, к сожалению, у меня здесь не двойные монетки будут. Ну ладно. Сейчас, я думаю, мы свой рекорд побьем, наверное. Хотя... при одной прокачке двигателя, может быть, недостаточно быть. А может быть, и хватит нам проехать тут. То место нехорошее. О, блин, какой-то как будто пенопласт. А не кусок льда. Так, вот здесь мы сейчас проедем. Так, здесь легко проехали. О, нифига не легко. Давай. Ну, ты чего не цепляешься? Вот как мне тут проехать? Давай. Есть. Проехали. Во, давай, цепанись. Во, давай. Во. Не хватает. Так, ты только не переворачивайся назад. Все, разбились. Так, ну что, мы продолжаем ездить. Давайте машинку сразу сделаем красивее. Колесики такие поставим. И поставим тетечку. Тетечку. А где у нас тетечка? Вот это такая тетечка. Так, шлем мне не нужно для тетечки. Убираем. Одежду красивее. Вот такую поставим. Рубашку поставим ей. Вот такую. Вот такую даже. Нет, вот эту. Абская такая. Все, поехали. Поехали. Так, летний у нас сезон. Пустыня. Так. Ух ты, кактусы. Так, Серега, ты куда мчишься, слушай, а? Давай не спеши. Ну, все равно тебя обгоню. Наверное. Да, обогнал, конечно. Все, первое место. Готово. Так, идем дальше. Идеальнейший старт. У нас Дева выбивается в лидеры. Ну, сейчас мы и Деву обгоним. Так, Серега тут как тут. Сережка, ты чего, а? Фига, меня все обогнали. Даже чувак какой-то с Турции. Батюшки сед. Блин, какой же ты быстрый, а? Ну, хотя бы не последний. Хотя бы не последним я приехал. Так, идеальный старт. Так, городская среда уже у нас. Поменяли нам что-то карту. Бензинчик, спасибо. Так, чувак с Турции выбивается вперед. Угу. Ну, ничего страшного. Пока я на втором месте.
О, первое место взял.